Вы что, устали? Что? Кто? Мы нет. Едем. Ты устал, Сань? Мы сейчас еще поедем на концерт. Мы едем. А? Мы едем. Я. Вот. Ку-ку. Сколько стоят зубы? Какие? Мои? Вот эти кривые? Бесплатно. Хочешь такие? А тут правда розетка. Что за, а что за вопрос модный? Что, все спрашивают, сколько стоят зубы? Это что, какой-то челлендж? Челлендж зубы. А у меня виниры, ты богатая. Мы тебе все очень завидуем. Ни разу не ездила на поезде. Мечтаю. Не очень дорогое удовольствие. Такая мечта, конечно, у тебя не... интересно. А что ты в Азии любишь? Люблю ее колени. Олег, ты вот про вирус трещал. Что сейчас скажешь по ситуации в стране? Карантин сняли, вирус испарился. Обоснуй, думаю, всем интересно твое мнение. Послушайте. Мое мнение? Мое мнение, что вируса больше нет. Его не было. Его не было. Вот непонятно, был он вообще этот вирус или нет. О, спасибо, спасибо, а то мы думали, что уже нас это признак грязным засыпать. Че? А? Попасть, куда попасть? Не мог попасть, туда попасть. Так, вам надо. Ты вообще от души мужик. Спасибо. Мужик, от души. От души мужик тебе тоже. Ты где, в поезде, в Питере? На самом деле мы убитые такие вообще. Сейчас только тронется поезд, там пау-пау. Пойдем спать. Он с Айзой мутит. А что ты в третьем лице говоришь? Ну, при мне, при меня. Я уже не сомневаюсь, что это да. Человечество. Мучу. Мы вообще приехали просто на один день. Мы номер сняли, чтобы просто пойти помыться, на самом деле. Потому что нам... Мы так быстро приехали, туда-обратно должны уехать. Но сегодня быстро отснялись, и время у нас осталось. Вот, а вообще в Питере, конечно, хорошо. Походили, погуляли, все такие модные здесь, в Питере. Какие-то более свободные, что ли, люди, нежели в Москве. Сейчас, подожди, я вытрусь. 5 секунд. Сейчас. 5 секунд. Он вытрется. Может, закрыть? Ты сейчас, блядь, ждать пока. Сейчас кто-то вытрется. Потом сейчас намоется, придет сюда. Ох, рюмочку. Так что ты сейчас... Что он сказал? В рюмочную. А чему не купили яйца, вот это вот, огурцы? Это я. Курицу. Что воняло на весь. Ты видел этого, как его, проводника? У него все есть, блядь. Яйца и огурцы. Причем в нем? Такие, залежалые. Я подумал, что вы массажист. Распечатки нет? Я думал, что... Не распечатывали в кассе. Есть только электронные, если надо.
Ну, ты на А4 формате. Не, мы не распечатываем. Не, мы не распечатываем. А надо было? Электронный-то какой у вас? Сейчас покажу. В телефонах, да? Ну, да. Ничего не надо. Туалет и био пользуемся в любое время, мусор в унитазы не бросаем. Курение, распитие запрещено. Чай, кофе в продаже, минеральная вода, кондитерка, обращаемся. Окей. Чай мороженое. Хочется по возможности. Чай не можно? Так, чай, конечно. А какой шоколад есть у вас? Марс Баунти, Сникерс, Твикс. А через сколько примерно вы будете пылесосить, чтобы вот я просто понимал, мне заснуть, чтобы я, ну, поспал сейчас чуть-чуть. Уже в 10 часов, в 11 уже все. Не будете уже сегодня? В 11 уже все. Чайку, ты кто чай? Я чай, да, черный, точно. Ага. Олежка, ты будешь чай? Я буду, наверное, все-таки, ну, не буду чай. Два чая, да? Есть кофе, кофемашина. Кофе я буду. Кофе, а, нет, кофе я не буду, я же спать буду сейчас. Кофе утром. Я мороженое съем. А ты будешь какую-нибудь шоколадку? Может, какой-нибудь Твикс купим? Ну, какой-нибудь, да. Твикс возьмите, конечно. Твикс, это там же как раз, ну, две палочки для двух друзей. Для двух друзей, хорошо. Так, Твикс, два чая. Сахара поскольку в чай? Без сахара. Без сахара. Два. Два. Ну, что, вспомнил про него, вот он. На Саше жизнь, да. Он теперь не отстанет. Он тебе через каждые полчаса будет приносить свежее белье. И вот девушка пишет, я тоже проводник по профессии. Но не пошла ты, да? Работать. Карлсон. Так все ленивы. Я, знаешь, что подумал, что сначала принес белье в, ну, в кепке, в фуражке, в костюме этого проводника, а потом такой тук-тук, и уже в костюме массажиста. Что, ребята, вы готовы? Все, мы поехали в Москву. Да, мы на ночном поезде. Сейчас будем спать, это же как в детстве, это так круто. Да. Мы всегда ездим, когда в Питер ездим, мы в одну сторону едем на Сапсане, а в другую сторону на поезде. Но мы сейчас так быстро приедем, мы же сейчас уснем и уже через 7 часов будем в Москве. Че? 7 часов пролетят мгновенно, мы же задолбались. Сейчас уснем, да. Что надо? Когда влоги с текилой. Я думаю, что все, достаточно же уже. 169, сейчас нам нужно. Ага, я сейчас. А вы принимаете карты? Карты принимаете? Карты принимаете? Карты, да. А, вы и карты принимаете? У меня есть наличные. А чем тогда про карты? Ну, все мы принимаем. И наличные, и карты, без разницы. Какое мороженое? Вкусное. Они все вкусные. А шоколадное какое сейчас есть? Сейчас ага. Такой добряк, вообще офигенный мужик. Вообще просто офигенный мужик. Вот такую атмосферу в самолетах не получишь. Да, такую атмосферу в самолетах не получишь, поэтому мы едем поездами. У тебя есть поезда, я скажу тебе да. Новый трек. Поезда. У тебя есть поезда, я скажу тебе да. Дыка-дыка-да. Главное не во Владивосток. Чуваки, что вы просите от меня совместный эфир? Ну не делаю я сейчас совместный эфир. Что вы заладили? Давай совместный эфир, давай совместный эфир. Ну какой совместный эфир? Я же на поезде еду. Чу-чу-чу-чу. Олежа, не шути, юмор это не твое. У тебя с этим проблемы, развивай это. О-о-о. Смотрите, там ценители. На культурного человека это точно? А что это? Ух ты. Ага, а это что с чем? Монако, да? Монако, по-моему, классно. Монако с шоколадным миндалем. Что у нас еще есть? Это фруктовая. Фруктовая арбузная. СССР, да? Тоже шоколад. Но это уже поздно есть. Давайте тогда я возьму Монако. Угу. Я заплачу, у меня есть наличные. У меня есть наличные. 260. Да, хорошо. Что-то я там не сказал по поводу того человека, держите. Который отшутился.
Да, скажи. По-настоящему культурный человек, да, как я. Ну-ка скажи ему. Он обычно никогда не будет ничего никому комментировать. Понял. Он самодостаточная личность, которому, в принципе, ничего не надо. А те люди, которые обычно что-то там комментируют и пытаются что-нибудь спизнуть, обычно оказываются какими-то ущербными людьми, да, закрепощенными, вот, понял, во всем. Блин. Из-за этого, в принципе, радуйтесь жизни. Радуйся. И зачем указывать, что кому делать? Господи, ребята. Радуйся, что ты сейчас не здесь, а то бы ты сыдну. Сейчас у тебя проблемы были лютые. Наплобучил. Димас, тихо, угомонись, Димас. Дим, успокойся, все нормально. Я все понимаю, держи себя в руках. Все, едем домой, дорога домой. Все, какие усики, какие усики, снимайте трусики. О, че, он пришел, он со мной уже следит, хорошо. Такая у меня веселая компания, понимаете? Санька. Смотри, какой вид из окна, покажи. Да, ну-ка, кстати, смотри. Вау! Нифига себе, как красиво. Ну-ка. Давай так снимем. Ой, уже поздно. Включай. А, нет, это сейчас снимем. Ну, нормально, здесь нормально. Ой, че, как вам? Красный лес, как вам, красный лес? Поезд через красный лес. Блин, красиво вообще. Во! Две трубы, смотрите. Не все поймут. Почему две трубы? Что непонятно? В этом есть предыстория. Тебя называли Дмитрий Фергюсон. Фергюсон? Вы Дима. Включи свет, Фергюсон. Я хочу, чтобы вы просто знали, что Дима самый крутой Фергюсон. Специалист, хозяин звука. Дима делает лучший звук на моих концертах. Без капли автотюна. Чистейший. Уничтожитель просто. Да, у него он уничтожает звук. Киллер, блядь. Не нарывайтесь с него, блядь. А это лучший гитарист в мире. После меня. После него. Да, красава. Вот таким мы составом и ездим. Я, Димка, Сашка и Димкины усы. Четыре. У нас четыре купе, блядь, для усов одни, для Димина. Полка для усов. Полка для усов, блин. Так, 10. Ага, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ага. Скромняха такая. Ой. Да, он сделал это, Ди. Все, скоро же уже интернет пропадет. Что-то там никто там интересного ничего не пишет. Сделай не рекламу Пуме. Вы что, на рыбалку собрались? Нет, только я. Я просто всегда жду, в любой момент может прийти рыбалка. Может клюнуть, блядь. Может клюнуть. В любой момент может клюнуть. Я просто всегда готов. Это очень смешно. О, мороженое растает, точно. Чего душно, да? Душно. Они еще не включили. Давайте окно откроем. Давай. Невкусное мороженое. Невкусное? Mm-hmm. Селяви. Пошли. Мороженое вот это Монако не ешьте. А вообще поздравьте нас. У нас только сняли карантин.
мы же концерта не было. Мы тут же на гастроли, поэтому порадуйтесь за нас. Ждите нас у себя. Да? Я еще хочу сказать, что песня «Неразумно» разрывает сейчас вообще. Очень хорошо пошла. Спасибо вам большое, что оценили, почувствовали песню. Это очень важно. Расслышали. Видите, время понадобилось, чтобы прочувствовать песню, расслышать ее. Ну все, мы приехали. Покажите Атоса. Атоса. Ну давай, рассказывай. Откуда сам? Я? Запоси. Я родился неподалеку. От чего? От трассы? От трассы. Трактора. От чего? Где ты родился? В Москве. Серьезно? Да. Ты богач. Да, прям вообще мега богатый человек. Олигарх. Олигарх. Хорошо. По-настоящему хорошо. Очень сильно, на самом деле, соскучились мы все по гастролям, по активной жизни. Угу. Олежек уже тоже там на студии сидел. Всю жопу, наверное, уже просидел. Реально без спорта. Без песен высидел. Нисколько. Ладно, блядь. Вот. Я же говорю о количестве. Какая разница, я же не говорю, какие песни. Или что, это важно? Не знаю, какое количество песен, блядь. Что за девственник, тебя спрашивают? Это не к тебе, братан, это про меня. У человека с такими мыслями, человек с такими мыслями не может быть девственник. А, про меня девственник? Ну, естественно. Дети рождаются путем Святого Духа. Спрашивают, где Олег берет деньги на еду? Давай, ты знаешь. Олег? Угу. Как у меня. Я? Дима же олигарх, Москва. Да. Нет, на самом деле я ворую. Я граблю богатых и отдаю бедным, ну то есть себе. Господи, как люди могут задавать такие? Макс, ты кушай фикс, не стесняйся. Ну давай поделим эту сладкую парочку, и мы станем сладкими. О! Пойди, я это сниму. Ой, вот у меня здешненьки записали. Надо поломать эту всю историю, Саня, да. С тобой. Ну ты куда-нибудь ее положи вот сейчас. Ну, блин. Я задачил. Это слишком сложно. У меня тут есть процедура. Я готовлю чайную церемонию. Видишь, нужно 16 раз с половиной макнуть пакетик чая вот в кружку. Это важно. Потом вот так вот покрутить надо чуть-чуть. Бля, я чуть-чуть погромче тяпкаю. Не слышал, да? Плохо слышно просто, блядь. Хочется немножко погромче. Блять, интересный у тебя прямой эфир. Просто, блядь, экшен. Просто сидит такой. Ой, пущу, блядь, свет. Не, максимально неожиданный просто. Вообще. Просто смотришь, блядь, в экраны чапкает. Боевик, блядь, просто сидит. Так. Что за мушкетер там? Дима.
А я набираю популярность, все смотрю. Не ты, а твои усы. Ты-то тут при чем, блядь? Ты на полку поставил. Иди усы положи, вот надо спать. Ой, насмешили, порадовали. Да, порадовали хоть старика, порадовали. Да. Ладно, что, мы поехали в Москву. Посоветую тебе хороший фильм. Посмотри фильм не этот, как он, неожиданный гость. Как он? Нежданный гость. Случайный гость. Какой-то гость. Найди сама. Вбей гость в поиске. Какой-то гость. Пересмотри все фильмы с этим. С гостями пересмотри все фильмы с гостями. Ладно, я вас обнимаю крепко. Мы поехали в Москву. Домой. Попрощайтесь. Ну все, а сейчас начнется самое интересное. Ну, я спать. Я спать, ребята. Сейчас время усов. Да-да-да. Дай мы споем твоим усам колыбельную. Они тогда уйдут спать, они еще нужны. Предлагаю завести аккаунт. Все, давайте. Обнял вас, пока. Все, если же попадает.